श्री सिद्धांत सरस्वती विजयते गौरी गोष्ठीपति वंदे गुरुपद्वंदम भक्तबिंद समन्वितम् श्रीचैतन्य प्रभु वंदे नित्यानंद सहोदितम् श्री नंदनंदन वंदे राधिका चरणोदयम् गोपीजन समयुक्त बिंदावनम मनोहरम् वांछाकल्पतरुवश्च कृपा सिंधु भवच पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयति गिरिं यत्कृपातमहं वंदे परमानंदमाधवं वृंदावई तुलसीदेव वै पिया वै केशव सच कृष्णभक्ति पदे देवी सत्वत्वी नमो नमः नारायण नमस्कृत नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरे संकीर्तने कृष्ण कथोपदेशे गौरीय पत्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्त गुरु भक्ति युक्त भक्ति प्रमदाख्य जदोद्वरण धेयम् सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तेथास्पदम् शिव विरिञ्चनुतम् शरण्यम् भेत्तात्तिहम् पनुतपाल भवाद्दिपूतम् वंदे महापुरुषते चरणारविन्दम् यत्पादपल्लवनखचन्दमनिच्छटाय विस्फुरजित किमपि गवधू शिवादर्श पूर्णानुरागर ससागर सारमूर्ति साराधिका मयि कदा कृपां करोषि श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सदि गौरभक्तबिंद श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सदि गौरभक्तबिंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे अजानुलंबित भुजौ कनकावदतो संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो विश्वाम्बरौ द्विजवरौ जुगधर्मपालौ वंदे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे नमामि गंगे तव पाद पंकजं सुरासुरैर्वंदितो दिव्यरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुरूपेण सदा नरानं गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायणो प्रियमनंग मदापहारम वाराणसीपुरपति भजविश्वनाथम वागीशजुष्व वदने लक्ष्मीर्यश्च च भक्षसि यस्यास्ते हृदय संवित त्वं नृसिंहमहं भजे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
Калаха Калир Варина Индия Вайри Барга Бхактипат Ихо Кантака Коти Руддхо Ха-ха Кожаме Кимахам Кароми Чайтанна Чандо Юди Наддам Кипам Кароси Калаха Калир Валина Индия Вайри Барга Бхактипат Ихо Кантака Коти Руддхо Ха-ха Кожаме Кимахам Кароми Чайтанна Чандо Юди Наддам Кипам Кароси Годи Гоштипати, Шишила Бхакти Сиданта Сарасвати Госвами Такур Прабхупад, Парамахамса Джагадгуру сказал, Капат Бхава, Капатата, это нечто одно, и слабость это нечто другое, это не одно и то же. Годи Гоштипати, Шишила Бхакти Сиданта Сарасвати Госвами Такур Прабхупад, Парамахамса Джагадгуру сказал, Капат Бхава и слабость, внешне они кажутся одним и тем же, но это не одно и то же. Это абсолютно две разные вещи. Слабость означает, я не лицемер, я на самом деле слаб. Я не могу принять этот ачар-ачаран. И по причине анарт я такой беспомощный, я очень слаб. Дурбалджив. Дурбалджив может ошибаться, это естественно. То есть слабая джива, она ошибается, это не проблема. Дурбалджив может получить поддержку Гуру Вайшнав, их милость, и однажды она сможет освободиться от майи, это джива. Каким-то образом она освободится от майи, потому что она просто слабая. Гуру Вайшнавы, они посмотрят, увидят, что Мадхи Мадхикари, это качество Мадхи Мадхикари, они дают милость Балишешам, ну, тем, кто они не понимают, слабым, но лицемеры никогда не получат крипу. Лицемеры не получат крипу. Кто лицемер? Те, кто капат, они не признаются, что они слабые. Они показывают, что нечто, что является опасным. Они не признаются в том, что они слабы. Они не просят о помощи. Капат, человек, кто капат, он никогда не получит крипу. Капат, если будет держаться за свою капат-бхаву, он не получит милость. То есть, целую вечность, но слабые, слабые они получат милость. Прабхупада говорит, Аджамил, Шобари Риши, Яяти, они все были слабы. Они никогда ничего не делали специально. У них были какие-то проблемы. Шобари Риши, Аджамил, Яяти. Они смогли получить милость. Они смогли понять что-то. Они поняли, мы ошиблись. Яяти. Он признался с тяжестью на сердце, я совершил ошибку, огромную ошибку. Шобари Риши. Те, кто хотят, кто решили возвыситься, те, кто решили пересечь океан Майи, они должны быть очень внимательными. И Махапрабху сказал то же самое. Сандарсанам Дишанамату, Йоситананчо Хаханту,
Яяти, он только столько всего сказал с болью в сердце. Каким-то образом они освободились от майи, они осознали, что они совершили ошибку. Баджан, на баджан нужно много времени. Шобари Риши совершил тапасю длиной в 60 тысяч лет. Все испарилось за секунду, за долю секунды. Построить духовную жизнь или даже совершать какие-то тапаси, на это нужно время. Но разрушить все это очень быстро происходит. И мы должны быть очень внимательными. Гаудия Баджан, он на самом деле это такая вещь очень деликатная. Это сложно очень. И если поймете, то тогда вы, что-то у вас получится. Я говорил о Шриман Махапрабху. Он никогда не шел на компромиссы с лицемериями. То есть он не терпел Капатбаву. Слабость, окей, слабость может там быть. Каждый год преданные приходили в Нилачал Дам. Махапрабху, он оставался в грихастхе жизни 24 года. И по истечении 24 лет и в месяц мага Махапрабху оставил дом, отправился в Катву и принял саньясу. Практически, когда ему было прямо только исполнилось 24 года. И следующие 24 года Махапрабху, он совершал разные игры. Проповедью занимался. Также здесь проповедью он занимался, но это были другие лилы. Это были. И из 24 лет отречения он 12 лет он путешествовал здесь, тут и там, иногда на юг Индии, иногда. То есть он путешествовал, иногда ездил в Бенгалию, на севере Индии он путешествовал, побывал в разных местах. На юге Индии он пробыл 2 года, ну то есть он двигался, передвигался постоянно. Но последние 12 лет Махапрабху он провел, погрузившись глубоко в баджан. И об этом мы попозже поговорим. Мы сейчас до этого еще не дошли. Махапрабху сейчас вот совершает санкиртан, разговаривает со всеми. Иногда он страдает глубоко в сердце, но он не являет вот это вот чувство глубочайшее. И вот сейчас он со всеми Махапрабху совершает санкиртан, обнимает всех, кого-то ругает и так далее. Совершает вот такого рода лилы. И вот наступил период Ратаятры. Преданные, они приходили каждый год, и в этот год они тоже пришли. И Рупа Госвами Пад, Рупа и Санатана, Санатана Госвами, он уже ушел, Рупа Госвами, он пришел в Нилачалда. То есть и началось все с Гундича Марджана. Ратаятра — это огромный фестиваль в Ориссе, и для гаудия преданных это очень важное событие. И разные группы, они спорят на эту тему. Я могу затронуть что-то. Я уже написал об этом, дал ответ кому-то. И Гундича Мандир Марджан, Махапрабху, он
Мы не знали об этом, Гундича Мандир Марджан. Возможно, они убирали мандир, мыли его хорошо, но Махапрабху, он показал эту лилу нам. Перед Махапрабху они, возможно, мыли храм, потому что Джаганат придет. То есть они там, конечно же, убирались, но вот это вот служение, таким образом его, мы о нем узнали от Махапрабху. Махапрабху совершил лилу. Он сказал преданным: «Все мы можем отправиться в Гундичу Мандир, все гаудия преданные». И сотни преданных, то есть он сказал: «Все мы пойдем в Гундичу и будем мыть храм». И король, он приезжал постоянно в Пурушоттамдам. И Ратхаятра — это был особый случай, конечно же, он был там. И он постоянно приезжал из своего дворца. И когда король узнал об этом, что Махапрабху, он хотел вот совершить вот это служение, новую севу Гундича Марджан, тогда Раджа Пратапарудра, он приказал: подготовьте тысячи метел и тысячи ведер глиняных сосудов каких-то, ну, чтобы он хотел помочь в организации вот этого вот уборки храма. И в день Гундича Марджан, в день уборки, очень ранним утром Махапрабху, он преисполненный энтузиазма со всеми преданными, в сопровождении Санкиртана, они отправились в Гундичу. Также и мы так делали, но сейчас спустились черные, темные дни. Шанта Мараш, Тирта Мараш, мой Гуру Мараш, и в те времена Мадхава Мараш, они всегда организовывали огромный санкиртан. Такое, это ананда, она за пределами объяснения, я не могу вам это объяснить. Та ананда, что я получил, я не могу вам объяснить. А сейчас мы плачем, куда идти, кто может нас утешить? Все везде, повсюду негатив один, все капат. Шанта Госвами Мараш, он пел киртан, и ему микрофон не нужен был. Нам сейчас нужны микрофоны, а Шанта Мараш, он киртан и пел без киртана. Кришнадас Бабджи Мараш, он играл на мриданге. Мадхава Госвами Мараш пел. Таким образом, и вот наш Гуранга Махапрабху с преданными, они добрались до Гундичи, и Махапрабху, он стал учить, как убираться в Гундичи Мандире. То есть он начал объяснять, то есть нужно сначала вот тут вот все убрать. И Махапрабху, он взял метлу и стал лично все делать. И вот он с большим усердием, и вот он объяснял другим преданным: нужно так мыть, помните. Здесь вы поместите Джаганата. Джаганат сюда придет, и он... Вы должны чистить и убирать все очень внимательно. Джаганат, он никогда не придет в то место, где не чисто. Такие правила. Джаганат. И что значит чистота? С утра я вам уже объяснил, что самбит шакти, сандини шакти. Когда сандини шакти, всех храм — это проявление сандини шакти. И когда сердце, оно
освящено шуддасатвой, сердце оно чисто, только тогда Джаганнат может в него зайти и там усеться. Поэтому наш Гундича Марджан Махапрабху объяснил, что нужно убираться таким образом. Если там какая-то будет грязь, и Махапрабху это сравнил с Четадарпана Марджана, с очищением сердца. Махапрабху показал, Гундича Марджан — это не что иное, как очищение сердца. Наше сердце, оно сквернено. Там одна материя и грязь, материя, желание всякие наслаждаться, и мы должны очистить свое сердце. И Махапрабху, он сравнил Гундича Марджан с Четадарпана Марджан. Таким образом, зеркало, если оно будет лежать долгое время, то оно покроется пылью. Но, то есть зеркало есть, а если вы захотите им попользоваться, то вы ничего не увидите в нем. В общем, пыль покрывает поверхность зеркала, и ничего не видно. Тогда что нужно сделать? Нужно помыть его. Таким образом, подобным образом Махапрабху объяснил, нужно чистить, убирать Гундича Мандир таким образом, чтобы не осталось ни одной пылинки. То есть он сам лично метлой все там подметал, мыл вместе со всеми преданными Махапрабху. Он учил, вы моете, но я потом проверю, сколько вы соберете пыли и грязи. И посмотрев на это, когда я увижу это, я пойму, сколько вы посвятили этому энергии. Если у вас будет много песка и пыли, я всех проверю. И я таким образом я пойму, насколько вы вложились, насколько вы искренне. Таким образом, все они убирали вверху, внизу. И Махапрабху предупредил, если вы будете плохо убираться, я вас накажу. И какое наказание вы должны будете предложить Джаганнат Прасад преданным? Прям как Нитянанда Прабху, когда он дал наказание Рагунат Дас Госвами. Я тебя накажу. А как ты меня накажешь? Организуй праздник, дади и так далее. Манго, бананы — это твое наказание. И после того, как Рагунат Дас Госвами услышал это наказание, он очень обрадовался. Махапрабху сказал, если я увижу, что вы не служите как положено, я вас накажу. И тогда вы будете все предлагать, то есть вам нужно будет предложить преданным торты, там всякие сладости. И по окончании уборки обнаружилось, что Махапрабху, он собрал столько много грязи, но все преданные, все вместе, и то есть то, что они там насобирали, его, нельзя было это сравнить с камнями, пылью, грязью, что Махапрабху собрал. Все преданные вместе взяты, они не приблизились к Махапрабху. Махапрабху, он попросил, принесите теперь воды. Сейчас вода даже в комнате она доступна, но в раннее время, в предыдущую эпоху нужно было за водой ходить. И вот Индрадивна Саравал, он далеко оттуда. И когда я бываю в Джаганнатпуре, я постоянно посещаю Чандра Саравар, Индрадивна Саравар.
там, где находится Гундича Мандир, то есть Индрадюмна Саравара, он далеко от Гундича Мандира. И все преданные, прям вот они колонкой отправились к Индрадюмна Саравару, чтобы принести воды. Смотрите, сколько они энергии вкладывали. И вот они с сосудами воды, они вернулись в Гундичу. И тогда Махапрабху попросил воды, он показал, как мыть. Махапрабху стал, он разбрызгивал воду даже наверху. И Махапрабху сам, он вымыл алтарь. Он не поручил это задание никому, он сам лично вымыл алтарь. И он его отмыл до блеска. В общем, все было помыто. В Чайтанья Чаритамрите написано, как если бы Махапрабху, он открыл свое сердце и показал, насколько оно чисто. По окончании уборки в Гундича Мандире, вот, написано в Чайтанья Чаритамрите, казалось, что Махапрабху, как если бы он открыл свое сердце и показал его, насколько оно чисто. Такое чистое. И когда они еще убирались, там был один простодушный Нишкапад преданный. Ну, он глупый был. Он взял сосуд с водой, он бросил эту воду, вылил ее на ноги Гуранги и стал пить эту воду. И Махапрабху, он разозлился. Он показал вот это вот настроение внешне. То есть он помыл ноги Махапрабху и стал пить вот эту воду. И Махапрабху, он дотронулся себе до головы. «О, мой Господь, этот глупец в храме Джаганатха, он мне моет ноги и пьет эту воду. Я же в ад отправлюсь». В храме Джаганата, как ты можешь мыть мне ноги? Махапрабху, он выразил вот это настроение. Тут он сразу же позвал Сварупа Госвами. Сварупа, Сварупа. И Сварупа Госвами пришел. Смотри, твой Гаудия, он занимается вот этой ерундой. Он омыл мне ноги. Куда, я отправлюсь в ад. Куда мне еще отправиться? На бенгальском. Махапрабху сказал Сварупе этому. Это твой Гаудия, это твоя ответственность. Вот он так себя ведет. И тогда Сварупа Госвами, он схватил этого преданного за шею, он его выдворил наружу. И чтобы внешне нам показать наказание, но все знали, что он правильно поступил, нам нужно омывать ноги, стопы Махапрабху. Но Сварупа Госвами, так как Махапрабху пожаловался, он схватил этого преданного и выгнал его на время. Гаудия расстроился, заплакал. «Я ошибся, я не знал, о, прости меня». И тогда он потом опять вернулся. И здесь вот есть один момент очень особенный. Сварупа Госвами, он получил ответственность за Гаудия Сампрадаю. Почему я сказал, что когда кто-то приходил с какими-то текстами написанными или кто-то, если неправильно себя вел, то есть все приходили к Сварупа Госвами. Наша Гуруварга нам объясняет, что Махапрабху, он нам сказал очень ясным образом, Томар Гаудия, то есть все Гаудия Сампрадая — это твоя ответственность. То есть в те времена Гаудия Сампрадая была одна, сейчас много всяких разных сахаджи. Если вы будете, сейчас я вам не дам ответ, потому что сахаджи тоже себя называют преданные, а они
говорят, что Гаудия Мат — это они не преданные. Но в те времена Гаудия Сампрадая была одна единственная, огромная Сампрадая. И когда Махапрабху сказал «Томар Гаудия Коре» вот эту шлоку, это означает, что вам нужно понять, что Махапрабху, он дал ответственность за всю Сампрадаю, он возложил это на плечи Сварупа Госвами. Вот почему дается так много важности в Чайтанья Бхагавате, в Чайтанья Чаритамрите, то есть все, что говорит Сварупа Госвами, это ну, финальное. Когда Сварупа Госвами вас одобряет, если Сварупа Госвами вас принимает, тогда все в порядке. Махапрабху ничего не скажет. Если Сварупа Госвами вас одобрит, тогда все в порядке. То есть все как поведение, деятельность гаудиев, все должно быть одобрено Сварупой Госвами. Кто-то что-то написал, кто-то что-то сказал, кто-то как-то себя ведет, все должно быть под контролем Сварупы Госвами. И сегодня Прабхупада, он говорил всегда об этом, наша Гурварга говорила, что вся наша деятельность, все, что мы пишем, все, что мы говорим, все должно быть... То есть стандарт, то, что показал Гуранга Махапрабху, и что вот этот стандарт, показанный Сварупа Госвами, то есть мы должны ставить это в приоритет. Не то, что я там, у меня много денег, или у меня там весь мир меня поддерживает, и тогда... Даже если целый мир вас будет поддерживать, вы все равно не можете заявлять, что вы получили милость Бхагавана. Прабхупада пишет, Сварупа Абсолютной Истины, она не такая дешевая. Не какая-то дешевка, что вы, если весь мир вас поддерживает, то есть присоединяется к вам, но вы все равно можете находиться в негативном положении, даже если целый мир будет вас поддерживать. Прабхупада говорит, что Абсолютная Истина, она может быть не с вами. Сварупа Абсолютная Истина не может быть измерена вот такими показателями. Таким образом, Прабхупада, он говорил постоянно, даже я один, и если я останусь один, я все равно буду говорить об Абсолютной Истине. Я не буду думать о том, что вот они на меня там не подпишутся, они мне не дадут пожертвований, они меня не будут поддерживать, и тогда я поэтому буду выбирать, что говорить и так далее. Любые наши слова на письме или вот в устной форме, то есть если это не одобрено Сварупа Госвами, неважно, какое у вас положение, возможно, вы занимаете высокий пост, материальный мир может вам предложить много славы и почета, но это не показатель. Но в любом случае, это должно учитываться. То есть вся ваша деятельность, все ваши слова, все, что вы делаете, все, что вы говорите, вы должны понять, это одобрено Сварупой Госвами или нет. И только мы можем как бы измерять все стандартами Сварупы Госвами. Сварупа Госвами — это как определенный камень. В ваших странах есть, это называется Коштхипата. Это очень дорогой камень. Например, вот это золото.
И вот этот ювелир может потереть этой ложкой об камень, и он поймет, насколько это золото чистое. И у меня, я получил шивалингу, сделанную из этого камня каким-то образом. Есть также и божества, сделанные из этого камня, но в наше время практически невозможно достать этот камень. Правительство запретило, ну, то есть добывать этот камень, ну, что-то в этом роде. То есть это очень дорогой камень. Только вот ювелиры, они некоторые обладают этим камнем, они могут протестировать золото и понять, насколько оно чисто. То есть все, что мы делаем, оно должно быть одобрено Сварупа Госвами. Если Сварупа Госвами не одобряет, то сколько бы денег у вас ни было, сколько бы славы вы ни получили, это не показатель. Мапрабху, он это все уже объяснил. И Гундича Мандир Марджан сравнивается с Четадарпана Марджаном. И вот Махапрабху завершил вот эту лилу, и мы приходим к заключению, что Махапрабху, он назначил Сварупу ответственным по Гаудия Сампрадае. Это единственный авторитет. Даже Рупа Санатана, они подчиняются Сварупа Госвами. И после Гундича Марджана там был большой санкиртан. И во время санкиртана там тоже Махапрабху, он убрался в Нрисимха Мандире. Там была Адвейта Госвами, Нитьянанда, все. И они, вот этот Нрисимха Мандир, он прям не сзади. Если вы выйдете из Гундича Мандира, например, вы на территории Гундичи, вы выйдете, нам нужно повернуть направо, и вы там найдете дорожку, дорогу, Grand Road, вот эту вот главную, основную дорогу, которая из Джаганнат храма идет в Гундичу. И, в общем, в том месте она немножечко сужается, эта дорога. И она приведет вас к Индрадьюмна Саравару или к другим местам. И вот там находится Нрисимха Мандир. Это храм очень известный. И когда мы туда идем, мы должны совершать парикрам. Если не 108, то по крайней мере 8. И нужно предложить коконат, кокос и так далее. В общем, Махапрабху там совершил киртан. Махапрабху нас учит, чтобы защитить баджан, чтобы обрести силу баджана. Вы должны молиться Нрисимхадеву. Бхактавасал Нрисимхадев нас всегда поддерживает. Махапрабху, в общем, он совершал киртан, Адвейта Госвами там был. И сын Адвейта Госвами, Ачютананда, он потерял сознание. Внезапно он упал на землю. Тогда Адвейта Госвами, он взял воды в руку и побрызгал на Ачютананду. Но Ачютананду он не поднялся. Это были игры. Адвейта Госвами — это Бхагаван. И Адвейта Госвами, он мог решить проблему сразу же. Адвейта Госвами, в общем, он расстроился. Потому что Ачютананда был очень хорошим преданным. Тогда Махапрабху дотронулся до груди Ачютанандана. После чего Махапрабху, он прочитал мантры, и Ачютананда поднялся. Нишинга Мандир, this will happen.
Вот такая лила случилась в Нарисимха мандире. Гундича Марджан сравнивается с Четадарпана Марджаном. Вот с этой шлокой. И далее там был огромный праздник, потому что весь день они не принимали просад. С утра все были заняты уборкой. И вот сейчас настал момент просада, все стали принимать просад, и все ждали завтрашнего дня, потому что завтра начнется ратаятра, вообще все были счастливы. В общем, преданные вернулись по домам, и на следующий день Махапрабху очень рано утром он зашел в храм Джаганнатха Паханди, чтобы посмотреть Паханди. Это слово на одиши. Это значит, что Джаганнат, он спускается со своего алтаря. И там Джаганнат, он очень тяжелый. Как его поднять? То есть все панды, они его несут, и они готовят хлопковую подушку, и они обвязывают Джаганнатом, и панды, они все такие, вот эти панды, они такие здоровые, что их одно их тело — это четыре ваших, то есть вот они несут Джаганнатом. Он такой, такой тяжелый, там подушка, то есть они его помещают на эту подушку, и подушка, она разрывается под весом Джаганнат, и тогда они приносят новую подушку. Таким образом, Махапрабху, он вот смотрел на эту лилу, и за всю жизнь я один раз там побывал, но они не разрешают, там очень, там тысяча людей. Снан, ятра, паганди, практически невозможно на них попасть. Для обычных людей они не позволяют. Снан, ятра, каким-то образом я, мне получилось зайти. У меня не было денег, но мне удалось зайти. И вот Махапрабху, он смотрел на вот эти игры, как Джаганнат, Баладева и Субхадра постепенно спускались с алтаря, и как они взбирались на колесницы. Каждый год строится новая колесница. И Джаганнат, он... Все постепенно, Джаганнат, Баладева и Субхадра, постепенно все забрались на колесницы. И они, преданные, они не думают, когда принять прасада и как его принять. То есть преданные, они постоянно погружены в баджан. И Раджа Пратапарудра каждый год, он, это вот было такое правило, что король должен расчищать дорогу золотой метлой, из, обрызгивая все водой с чанданом. И потом, когда панды дают добро, то есть когда время подходит, то есть тогда начинается ратхаятра. Гауранга Махапрабху, там были все преданные, и Гауранга Махапрабху, он разделил всех преданных на семь групп, на семь сампрадай. И в одной группе лидером был Махапрабху, другой Нитянанда, Двайта Госвами, Вакрешвар Пандит, Швас Пандит, то есть все получили ответственность вести эти семь групп. И одновременно там звучали 108 мриданг, они играли ту же самую мантру.
Сейчас представляете, какая была ситуация на небесах, и все слышно было. Вот был такой киртан. И тот киртан мы себе даже во сне не можем представить. Как, как будто бы, ну, что значит как будто бы? Там был сам Махапрабху. То есть Джаганнат, он там был. Махапрабху, он участвовал в киртане в одной из групп. Были там Адвайта Ачарья, Ачютананда, Криша Пандит, Шивас Пандит, Нитьянанда Прабху. Каждый был в своей группе, но Махапрабху, он танцевал в своей сампрадае. Но все думали, что Махапрабху, он в нашей группе, в нашей сампрадае. То есть все семь групп, они считали, что «О, Махапрабху, он не с другими, не участвует в других группах, он с нами». То есть каждая группа, они... А другие не видели этого. То есть все думали, что Махапрабху с нами. А из других сампрадай видели, что только Махапрабху в их был сампрадай. В общем, одновременно он танцевал со всеми, но это не все видели. Каждый считал, что Махапрабху только с нами. И вот эту вот лилу, ее видел только Сарвабхама Бхаттачарья, Раджа Пратапарудра. Они стояли наверху где-то, когда началась Радхаятра. Они увидели, как же возможно это? Все остальные, они не понимали, что Махапрабху танцевал и с другими. Все думали, что Махапрабху был только с ними. Но только Раджа Пратапарудра, один или два гопинат, ачарь, то есть, ну, они только увидели, что Махапрабху одновременно танцевал в семи сампрадаях. Какое же это волшебство! И Махапрабху танцевал в таком положении, что он танцевал прямо перед Джаганнатом. Внутри до сих пор по сей день такое правило, что вот за веревками, ну то есть внутри в этом, как сказать, перед колесницей разрешают гаудиям совершать санкиртан. Джаганнат, в общем, он едет на колеснице, и преданные, они продвигаются как бы назад, смотря на Джаганнату. И Махапрабху, он танцевал в настроении, что вот он ведет Кришну с Курукшетры во Вриндаван. И в Чайтанья Чаритрамрите написано, настроение, описывается настроение Радарани, когда в Раджавасе отправились на встречу с Кришной, с Ядовами. Они все пришли, вот, то есть была вот эта встреча в Раджавасе и с Кришной. Кришна не мог поговорить с Радой на глазах у всех, потому что это было какое-то это конфиденциальные дела. И когда в конечном итоге Бхагаван Шри Кришна встретился с Радарани из Гопи в уединенном месте, то тогда они, Гопи заплакали, и Радарани стала жаловаться Кришне. «Ты прислал Удаву к нам, чтобы он нам дал знания. Вот ты, это твое такое положение, ты потерял здравый смысл». Ты прислал Удаву, чтобы тот нас научил. Но с чему мы можем научиться Удавы? Как он может нас утешить? Почему ты прислал Удаву нам? Мы хотим тебя. Не существует других решений на полпути. Радарани стала жаловаться. Ты прислал Удаву, чтобы он нас научил гьяна-йоге. Шримати Радарани стала жаловаться. Ты отправил Удаву, чтобы тот научил нас гьяна-йоге. Но ты не подумал, что это Вриндаван-дам, а мы в Раджавасе.
Мы не можем быть утешены ничем. Нам нужен только Ты, нет альтернативы. У нас нет альтернативного решения. Нам не нужна никакая гьяна. Удава стал говорить, что Кришна — это Бхагаван, и сконцентрируйтесь, но они все еще больше разозлились. Это вот Ты этому нас хотел научить через Удава. Радхарани сказала, ты перепутал нас с какими-то другими людьми, ты отправил Удаву, чтобы тот научил нас, дал нам знания, но нас это не интересует. И только если ты отправишься с нами прямо сейчас во Вриндаван, тогда мы успокоимся. Радхарани, это на бенгали шлока, сказала. Другие люди, у других людей, у них в уме то, что в сердце. То есть у них в умах то, что в их сердцах. А в моем уме Вриндаван. Если вы откроете ум Радхарани, то там вы найдете только Вриндаван. Мон Вриндаван. И мое сердце и мой ум, они параллельные, там находится Вриндаван, там только Вриндаван, там нет ничего другого. И мой ум не отличен от сердца, там только Вриндаван, там нет ничего другого. Только если ты отправишься с нами во Вриндаван, мы не хотим встречаться с тобой на Курукшетре. Мы не хотели встречаться с тобой на Курукшетре. Мы пришли каким-то образом, но мы видим, что здесь все такие королевские, то есть все такое. Мы хотим быть с тобой во Вриндаване, в уединении. Мы хотим быть на берегах Ямуны. Ты можешь ты с нами пойти или нет? Если ты снова прибудешь во Вриндаван и будешь с нами играть, тогда мы удовлетворимся, мы почувствуем себя комфортно, иначе это невозможно. И вот это вот настроение Шримати Радхарани, Махапрабху, он являет это вот сейчас во время Ратхаятры, когда Махапрабху танцует перед колесницей, он проживает Бхаву Радхарани. То есть его настроение — это настроение Радхарани. Радхарани, она ничего не хочет слышать. Она просто хочет Кришну привести обратно во Вриндаван. И Кришна украл настроение и цвет кожи Радхарани. И вот с Радхабавой Махапрабху он танцевал перед колесницей. Вриндаване чалу джай джаганат. Вот это вот в читании Чаритамрити, это на бенгальском написано, вы не понимаете, это опасно. Я вам могу немножечко объяснить, но подробное объяснение невозможно сейчас совершить. Наш прананат Кришна, мы плачем по нему день и ночь, но и сейчас мы его снова заполучим, нашего Кришну. Вот в этом настроении Махапрабху, он танцевал и пел, и колесница, она продвигала.
И после чего колесница, она остановилась, и Махапрабху пел в этом настроении, смотря на Джаганата. Он плакал. Вы не можете себе представить, Махапрабху так плакал, и слезы, они капали, подобно тому, как из шлангов пожарников льется вода. Все преданные, они все были мокрыми, все одежды их были мокрыми. Это какое-то чудо было просто, как будто из шлангов пожарников вода лилась. Все преданные в окружении Махапрабху, они были мокрые. Как написано, это есть это доказательство прямое. Вот таким образом Махапрабху, он танцевал, пел, и неожиданно колесница Джаганатха остановилась. Почему она остановилась? Потому что Джаганат, он хотел послушать киртан. Он остановился, и он хотел очень внимательно послушать киртан, посмотреть. Это его желание. Если вы будете сильно тянуть, то Джаганат, он не сдвинется с места, если он не хочет этого. И вот король, он расстроился, Раджа Пратапарудра. О, колесница не двигается, что же делать? В общем, он привел слонов, и слоны, они привязали веревки колесниц к слонам. И слоны стали тянуть колесницу на себя, но колесница не сдвинулась. И вот эти вот, кто сидят на слонах, кто их водит, они используют вот такое вот приспособление, анкуш, я не знаю, как это в ваших странах называется. То есть они вот их били этими, ну, своего рода плетками этих слонов, но колесница, она не двигалась с места, и тогда король, он расстроился. Что же делать, колесница не двигается. Тогда Махапрабху сказал: убери коней, слонов, уведи всех отсюда. И когда всех животных увели, тогда Махапрабху, он подошел сзади к колеснице и головой стал толкать ее. Стал сзади колесницы и головой стал ее двигать. И тогда колесница, она сразу же задвигалась, как ветер. В общем, колесница тронулась с места. Джаганат наслаждался киртаном, и Джаганат сам совершал киртан и сам смотрел на киртан. То есть с алтаря он смотрел на киртан, слушал, наслаждался, и сам Джаганат танцевал и пел. И вот в конечном итоге Джаганат добрался до Балаганди. То место, оно называется Балаганди, где Гудиша Мандир находится. И тогда все колесницы выстроились в очередь. Сначала Баладева, Субхадра и потом Джаганат. Таким образом они остановились. И Махапрабху, он посмотрел на Джаганаты. И во время ратаятры готовят Гундича Мандир. Прасад не... То есть это так вот так работает все. То есть в Гундиче там все устроено, там кухня, там готовят. Не как в Джаганат Мандире, но там также есть все необходимое. И в Балаганди. И существует одно правило. Все люди из низкой касты, из высшей касты, то есть все они могут предложить что-то Джаганатху. Они могут взять фрукты, цветы и предложить их Джаганатху. И даже если какой-то бедняк принесет два банана, Джаганат, он примет все. И это вот
эксклюзивная милость Джаганатха. В тот момент кто угодно может предложить Джаганатху что угодно. И Джаганат, он все принимает. Таким образом, Джаганат, он являет свои лилы. И в Сканда Пуране написано, что те, кто однажды увидят Джаганатха, всего один раз в жизни на колеснице. Если кто-то увидит Джаганатха в сердце, сердцем, если кто-то увидит Джаганатха сердцем, Джаганатха, который сидит на колесницах, тогда все его проблемы будут решены. И такой человек, ему не нужно будет рождаться больше. Если вы увидите Джаганатха на колеснице, его улыбающееся лицо, если однажды только вы его сможете увидеть, в то время тысячи, сотни тысяч людей смотрят, участвуют в этом фестивале. В общем, если вы однажды его увидите во время Радхаятры, Джаганат, когда он восседает на колеснице, Джаганат Баладева и Субхадра, тогда вам не нужно будет больше рождаться. Это последнее рождение. Таким образом, все преданные Махапрабху, они идут вот отдыхать. Я вам уже рассказал эту лилу, я не в хронологической последовательности вам рассказываю. И я вам забыл рассказать о Херапанчаме. Так много лил, вспомнить всех. Радхаятра. Могу завтра вам рассказать или в следующем году. Вот Махапрабху, он и со всеми преданными, они после Радхаятры отправились в сад, чтобы отдохнуть. Я вам уже сказал, что и король Орисы, его уже научили, что Махапрабху после того, как он после того, как Джаганат прибудет в Гундичи, он отправится в этот сад на отдых. И тогда ему объяснили, ты переоденься и в обычных одеждах, очень так смиренненько подойди к Махапрабху и начни его массажировать его ноги. То есть его прям научили. То есть они там отрепетировали до этого. Тогда король, он боялся, он был королем, но он же собирался на встречу с Бхагаваном. Это был могущественный король. Пратапарудра в те времена был королем самым могущественным во всей Индии, то есть он мог победить кого угодно. И его царство, оно раскидывалось до Канчипура, там. И его царство, оно распространялось на большую территорию. И, в общем, он очень так со страхом он приблизился к Махапрабху, смотря на преданных, на что можно, можно мне подойду? Да, да, конечно. И Сарвабамба Тачарья, Гопинат Ачарья, все ему показали, да, да, иди, иди, давай, давай. И вот он стал массажировать ноги Махапрабху и запел Гопигиту. Вот он запел Гопи-гиту. И Махапрабху, он практически спал, практически был без сознания, но и когда вот он пришел в себя, он сказал, кто ты?
кто ты, неожиданно так ты явился и позволил мне испить амриты, нектара. Он знал все. Он знал все, что это король. Но тем не менее он спросил, кто же ты? Ты так неожиданно явился и пролил на меня свою милость, дал мне испить амриты. Махапрабху тут же поднялся с закрытыми глазами, он произнес, кто же ты? Ты мне дал такое сокровище огромное, но я всего лишь саньяси, у меня нет ни копейки, и я не могу тебе ничем отплатить, я могу тебя только обнять. И Раджа Пратапарудра, он по желанию преданных, потому что желание преданных, когда преданные, они разрешают, то Бхагаван разрешает. По молитвам вайшнавам, когда вайшнавы за нас молятся, о Прабху, спаси эту падшую душу, она страдает, тогда Бхагаван, он учтет этот вопрос. Раджа Пратапарудра, он был тоже великим преданным, но тем не менее он получил милость. То есть они, все преданные, они пожелали того, чтобы Махапрабху дал свою милость Пратапарудре. И Сарабхам Бхаттачарья, он потом также подтвердил, что Махапрабху дал милость ему только потому, что Гопинат Ачарья этого захотел. То есть, когда этого хочет вайшнав, тогда Бхагаван, он обязан пролить свою милость. И тогда вот король получил полную милость, и это был сон, стал явью. Как же это возможно? Сам Верховный Господь, как же это возможно, что Прабху, я даже этого не ожидал, я подумал, что я просто с ним встречусь, но он меня обнял даже. Этого я себе не мог представить, он меня благословил. Итак, да, Раджа Пратапарудра, он очень обрадовался. Сейчас все, то есть моя жизнь, она успешная. После чего король отправил огромное количество джаганат-прасада. И джаганат-прасад, он не из джаганат-мандира, а из гундичи-мандира. То есть панды в это время готовят прасад в гундичи. И король, он устроил этот прасад, чтобы его принесли вот в сад и раздали всем преданным Адвайта Госвами, Прабху, Нитянанда, и все вот сели и стали петь Махапрасады Говинды. Махапрабху, он хотел сам раздавать прасад. И Сварупа Госвами сказал, о Прабху, если ты будешь раздавать прасад, то никто его не будет есть, потому что они будут сидеть и ждать тебя, они не станут кушать, не станут вкушать его. Но когда ты присядешь и станешь принимать прасад, то тогда они тоже станут это делать. Пожалуйста, ты присядь. Тогда Махапрабху, он уселся. И тогда Сварупа Госвами и другие преданные, ответственные, они стали раздавать прасад. И Махапрабху постоянно спрашивал, дайте мне вот этот вот сладкий дал. Дайте вот этот вот сладкий прасад вот этим преданным. Махапрабху хотел этот лапрабанджан. Он хотел простой, Махапрабху себе спрашивал простого прасада. Раздайте преданным, а мне лапрабанджан дайте. Но Сварупа Госвами, когда Махапрабху по сторонам смотрел, то он ему клал торты всякие там в тарелку. Откуда тур? То есть они заставляли Махапрабху. Махапрабху, он шутил, смотрел по сторонам, а ему в тот момент подкладывали прасада особенного. Ну, то есть кто это мне положил? А не знаем кто. Таким образом, также Махапрабху, ему пришлось отведать прасада по полной программе. И вот, в общем,
преданные отправились на отдых. И на протяжении всего фестиваля Ратхаятры Махапрабху, он со всеми преданными, Джаганат, он спустился с колесницы и зашел в Гундича Мандир, то есть ему там, и он там на несколько дней остался, ну, как правило, он остается, и потом он выходит и возвращается в Джаганат Мандир. И вот все вот эти дни Махапрабху, он туда с преданными приходил, совершал киртан, они прасад принимали. И вот, наконец-таки, настал момент возвращения Радхаятры. И завтра я вам расскажу о Рупа Госвами Пад, о той шлоке, что он написал. Рупа Госвами Пад, он увидел настроение Шримана Махапрабху, и наш Рупа Госвами Пад, он что-то почувствовал особенное, и он записал шлоку одну в своих записях, но это завтра мы обсудим. В общем, каждый день Махапрабху с преданными, они туда ходили, танцевали, пели киртан. И когда Бхагаван отправился назад, вот в Чайтанья-чаритамрите написано, на бенгальском написано «Пурва-бад». То же самое. То есть Махапрабху делал, точно так же себя вел, как он с преданными на пути в Гундичу себя вел, точно так же он себя вел на обратном пути. И вот сейчас некоторые преданные, они заявляют, что они огромные Рупануга преданные, а они сражаются с другими преданными и говорят, что нам не нужно участвовать в возвращении колесниц в Джаганат Мандир. А другие преданные говорят, а почему в Чайтанья Чаритамрите написано, что Махапрабху участвовал, что по дороге в Гундичу, что на обратном пути он участвовал в киртане. И вот и существуют разные мнения. А кто-то критикует, говорит, мы не должны участвовать в возвращении колесниц в Джаганат Мандир. А кто-то говорит, а почему нет, написано же. И вот, и в чем, что за сиддханта здесь? То есть, кто-то говорит, окей, Махапрабху, он отправился во Вриндаван, поэтому Махапрабху, он не хочет, чтобы, ну, в смысле, мы не хотим, преданные не хотят, чтобы Джаганат возвращался в Двараку. Если вы понимаете, что Джаганат Мандир — это Дварака, хорошо, но когда Махапрабху каждый день заходил в храм Джаганата, разве он в Двараку ходил? Когда Махапрабху ходил на даршан каждый день в Джаганат Мандир, он там танцевал, пел. Если вы думаете, что это Дварака, что вот Махапрабху, как он может возвращаться в Двараку, мы не можем этого стерпеть. Но Махапрабху туда каждый день ходил. И какого он Джаганатха видел? Он видел Кришну, который обнимает Шримати Радарани, Рада Лингита Виграха. Махапрабху внутри храма Джаганат Мандир, у него была Вриндаван Бава. Кто-то говорит, хорошо. Хорошо, если это Дварака, тогда зачем Махапрабху каждый день в Двараку ходил? Что вы имеете в виду? Написано в Джаганаташтакам, что Махапрабху, он смотрел на Джаганатху, и в левой руке у него вену, вамси, флейта. Сикипуча, то есть у него линия перо. И Махапрабху видел Радарани там, то есть Кришна обнимает Радарани. Бхагаван Шри Кришна разве играет на флейте в Двараке? Нет. Этот аргумент, он продолжается, вот это вот споры, но мы должны понимать, то есть зависит от уровня преданного. Если вы не находитесь
на том уровне. То есть, например, вы не Рагануга преданы, вы в Видимарге преданы. И для преданных, которые следуют Видимарге, кто-то говорит, Шивас Пандит — это Видимарга. Да, они это говорят. Они говорят, Шивас Пандит, он совершает арчан и все остальное, но он не в Видимарге. Он не следует Видимарге, потому что у него эксклюзивные отношения с Бхагаваном. Как мы можем сказать, что он следует Видимарге? Кто-то говорит таким образом, что Шивас, Ади и другие, они все преданы из Видимарга. И Махапрабху, он хотел почтить их и как бы с ними вернулся назад в Двараку. То есть вот такие вот разница во мнениях. Наша Гуруварга Бхактинат Тхакура и Прабхупада никогда не сказали, что вот этого. И Бхарати Махарадж также сказал, что те, кто незрелые преданные, они показывают, что они зрелые. Они незрелые, но они показывают, что они зрелые. А, нет, нам не нужно участвовать в обратном пути колесниц. Бхарати Махарадж называл их раскол. То есть, а вы на каком уровне, до какого уровня вы дошли, что вы можете так рассуждать? И Прабхупада, он и Кешава Госвами Махарадж, они говорили, это как джекфрут. Когда джекфрут, он еще не зрелый, то можно его испинать и в какую-то комнату поместить. Карбайт, не знаю, как это переводится. В общем, этот джекфрут, он был совершенно незрелый, но стал мягким. Он совершенно незрелый, но если такой джекфрут, если его поместят в эту комнату, в специальную, там горячо очень, то тогда этот джекфрут, он станет мягким. Он созреет как бы то есть вы не знаете, что такое карбайт? Это один какой-то химический элемент, то есть там его помещают в воду, и там все начинает кипеть. И если этот джекфрут вы поместите вот в такую комнату, вы на утро вы найдете зрелый джекфрут. Бхарати Махарадж говорил это, и Кешава Госвами Махарадж, и Ваман Госвами Махарадж говорили, инчор и пака. То есть они вот это вот доводят до созревания силой, но это не есть хорошо. У вас нет никакого даршана, у вас нет любви к Бхагавану, вы даже Видимаргу не понимаете. Тогда как вы можете комментировать вот так, что мы не участвуем в возвращении колесниц в Джаганнат Мандир? Но кто-то из нашей Гуруварги говорит, окей, когда мы возвращаемся, мы можем думать, что Махапрабху, он дает, как бы вдохновляет Видимарга, преданных из Видимарга. Ну хорошо, хорошо, вы можете это так считать. Но я могу сказать, что Махапрабху, он каждый день входил в храм Джаганнатха. Каждый день Махапрабху туда заходил, чтобы встретиться с кем? С Дваракадиш Кришной или с кем? Мой вопрос вам такой. Махапрабху каждый день заходил в Джаганнат Мандир, танцевал, киртан совершал. Что какой у него даршан был? Он встречался с Дваракадиш Кришной или с Нанданандан Кришной? Киртаны все объясняют Джаганнаташтакам. Тут все написано уже. Когда Махапрабху смотрел на Джаганнатха, он думал, он видел. Я во Вриндаване, я смотрю, я Радарани, я вижу Кришну. И иногда он был в настроении преданного, он тогда видел Кришну с Радарани. А мы не видим ничего. Мы видим только Джаганнатху, у которого нет ни рук, ни ног, и у него круглые глаза. Мы ничего не видим. Но Махапрабху видел вот это. И завтра я вам расскажу, что сказал Прабхупада. Сегодня уже время закончилось, мне нужно остановиться. И завтра я вам расскажу, что сказал Прабхупада. То есть, каков истинный Джаганнат Даршан. Я завтра это объясню.
Калаха калир валина индия вайри варга, бхакти ват ихо кантака коти рутхо, ха-ха кваджами ки махам кароми, чайтанна чанда яди наддам кипхам карас. Банчакал. Прошу прощения, я неправильно назвал имя Адвайта Госвами во время Санкиртаны. В Нрисимха мандире рядом с Гундича мандиром. То есть там был во время Санкиртана, он упал на земли. Его зовут не Ачутананда, его зовут Гопал. Утага Гопал, поднимайся, Гопал. Махапрабху сказал, и тогда он очнулся, он практически умер. Простите меня.